Ярмарка белорусских товаров открылась в выставочном зале «Экспо Одинцово». Разнообразие, качество, доступные цены – все для покупателей. Помимо знаменитых белорусских деликатесов, здесь и разноцветная летняя обувь, и носки для всей семьи. Для хозяек – постельное белье из 100% хлопка и вафельные полотенца из вареного льна нежных тонов. Также представлен огромный выбор одежды – яркие сарафаны и платья, трикотажные футболки и костюмы для спорта, шорты, туники, брюки и рубашки изо льна. Дамы с пышными формами найдут для себя легкие блузки и красивые платья до 68 размера. А для интерьера можно приобрести солнечные пейзажи и воздушные натюрморты. В рекомендации знакомых участие принять первый раз в ярмарке. Ну, пока неплохо, еще расставляемся, но народ уже ходит. Мы очень любим приезжать. Приезжаем, наверное, последние лет 10, может, 15 в Одинцово. Здесь очень добродушные люди, приятные покупатели. И ну, наша фирма, которая существует уже более 20 лет, вот, очень любит вас. Так что всех приглашаю. Ярмарка «Беларусь-Россия. Лучшие товары» по адресу улицы Маршала Неделина 2 будет работать по 20 июня с 10 утра до 7 часов вечера. В заключительный день до 16:00. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».